С самого утра у Василия Ивановича не смолкает телефон. С поздравлениями звонят внучки, племянницы и близкие. Дорогой именинник отмечает 93-й день рождения. Дорогой наш Василий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вас поздравить от имени главы города Дениса Олеговича и от всей администрации. С днем рождения. Спасибо вам. Хотим пожелать вам здоровья, всего самого наилучшего, побольше оптимизма, чтобы рядом с вами всегда были близкие и родные. Сейчас уже солнышко, к весне, чтобы настроение было хорошее. Живите долго, мы вас поздравляем. Примите в подарок этот букет. Спасибо. А вот это очень интересный альманах, это из истории нашего города. Ну, отлично. Всю информацию об истории нашего города, о нашем создателе Роберте Классона размещена вот здесь, в этом альманахе. А собрал его, всю прям по крупиночкам, всю информацию, учитель истории Игорь Мирских. Примите, пожалуйста, в подарок. Спасибо. Да. Можно вас обнять? Спасибо. Да. Будьте здоровы, с днем рождения. Спасибо. В 1944 году Василия Галина направили в 323-ю краснознаменную брянскую стрелковую дивизию ордена Суворова, в 1088-й стрелковый полк. Первый бой он принял на Висле, южнее Варшавы. За форсирование реки Висла от главнокомандующего Сталина рядовому Василию Галину была вынесена благодарность. В 1944-45 годах 323-я дивизия участвовала в освобождении от фашистских захватчиков Белоруссии, Польши, Германии. В воздухе уже витал дух победы. Началась операция по взятию Берлина и разгрому защищавшей его группировки. 20 апреля 1945 года при форсировании Одера в районе канала рек Одер и Шпрее боец Василий Галин был тяжело ранен. Сейчас ветеран проживает в Электрогорске и сделал немало для его истории. Спасибо нашему главе города, что он все-таки не забыл деда. Дед этот очень много для города сделал, между прочим, если вы знаете. Я проработал здесь строителем, можно сказать. Построил почти что вот эту самую часть города и мебельный комбинат. Вот. Сначала работал в Орехове. Вот Ореховское предприятие строительное как раз и занималось. А потом, когда построили комбинат, меня директор комбината был такой Терещенко. Вот пригласил на комбинат. Я там проработал больше 10 лет. Его заместителем. Ух ты, здорово. Построителем. И ушел я на пенсию именно оттуда. Пожелаем имениннику крепкого здоровья, долголетия и оптимизма.